На сцене «Астана Опера» прошли гастроли симфонического оркестра Карагандинского концертного объединения имени Калибайжанова. В Большом зале театра состоялся музыкальный вечер с любовью из Караганды. «Астана Опера» принимает наш оркестр. Я думаю, это впервые областные коллективы, областные большие такие коллективы симфонические выступают на Астане, на сцене «Астана Оперы». Я думаю, это должно быть введено и в практику, и вообще в будущем, что коллективы, все коллективы наших областей могли бы видеть вот такую красоту и здесь выступать на такой большой сцене. В первом отделении жителям и гостям столицы представили концерт для фортепиано с оркестром номер 3 Сергея Рахманинова, а во втором – сюиту из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского и сюиту из балета «Степная легенда» Тлеса Кашгалиева. В рамках гастрольного тура на сцену Большого зала «Астана Опера» впервые вышел пианист-виртуоз из Санкт-Петербурга Мирослав Култышев. Концерт этот волнует уже более 100 лет и принадлежит числу самых-самых любимых концертов и для исполнителей, и для пианистов, и для публики во всем мире. Со дня основания симфонический оркестр Карагандинского концертного объединения имени Калибайжанова с гастролями не раз посещал Францию, Испанию, Германию, Турцию и Россию. Отметим, что данным концертом коллектив закрывает свой 35-й сезон.